8 главных команд страны вступили в борьбу за право называться лучшей. «Волга-спорт-арена» объединила на своем льду будущих звезд хоккейного спорта. Чемпионат свел юношеские команды участников 2008 и 2009 годов рождения. Из Нижнего Новгорода, Казани, Красноярска, Архангельска, Иркутска, Хабаровска, Новосибирска и Ульяновска. Наш регион представляют ребята из спортивной школы Олимпийского резерва «Волга». В прошлом году юные спортсмены стали золотыми призерами чемпионата. Звание лучших не только подстегивает на новые победы, но и накладывает ответственность перед преданными болельщиками. Первый матч финального этапа разыграли между собой команды «Сибскана» и «Водник». Третий и четвертый – «Нижегородец Ракета» и «Енисей СКА Нефтяник». Ну а вторыми схватились представители Ульяновска и Новосибирска – «Шор Волга» и «Сибсельмаш». Сейчас на льду наша ульяновская команда «Шор Волга», которая, мы надеемся, в противостоянии с новосибирским «Сибсельмашем» покажет достойные результаты. Несмотря на то, что соревнования юниорские, играли подростки абсолютно по-взрослому. Страсти кипели и на льду, и на трибунах. Болельщики обеих команд вступили в не менее эпичное противостояние. Стоит отметить, что «Сибсельмаш» стал чемпионом первенства в 2021 году, поэтому схватка двух лидеров была по-настоящему захватывающей. Каждая из команд уверена в своей победе. Какие ожидания от сегодняшней игры вообще? Какие ожидания? «Сибсельмаш» чемпион. Только победа, только вперед. Финальный этап соревнований продлится по 28 марта. Предугадать итоги первенства практически невозможно, ведь хоккей – непредсказуемый вид спорта. Исход решается порой за считанные минуты, а накал страстей не утихает до самого конца. Поэтому настоящая команда верит в успех и действует активно до завершающего свистка. Мадина Исмаилова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.